Сегодня я была в Икее, покажу, что купила. Купила все самое нужное и за такую цену, ну, в общем, как бы с тем расчетом, что я это буду использовать, и оно мне нужно, и я не выкину это. Сразу скажу, что Икею я вообще обожаю и хожу не так часто, но если я бываю там, обязательно что-нибудь приобретаю. Там, ну, невозможно уйти, ничего не покупая. Невозможно. Поэтому сейчас я вам покажу. Во-первых, хотела показать вот эту вот новинку. Такие вот смузи продаются в Икее. По-моему, она стоила 300 йен. И смотрите, вот такая баночка. Это здесь яблоко, груша, имбирь. Все 60% здесь добавлено. Вот. И еще, я не знаю, что там, пшеница. Ну, вот такая вот баночка продается. Я купила одну такую, и вот попробовать купила вот такую вот, еще такой напиток. Кстати, очень вкусный, хотя к таким вкусам надо привыкать, смотря на любителя, конечно, но ничего, мне было вкусно. И вот такой вот, вот такой смузи. В Икее всегда я беру с собой пакеты, потому что сколько уже была в этой Икее, постоянно вот такие вот пакеты покупаешь. И в этот раз я просто забыла. Вот такой пакет М, размер М, стоит где-то 100 йен. 100 йен стоит. Но уже взяла, потому что забыла. А вообще, я иду, когда в Икею еду, обязательно беру пакеты уже с собой. Вот такие вот, потому что их постоянно очень много дома. И, кстати, надо сделать приборку в этих пакетах и половину выкинуть. Следующее. Показываю быстренько, что я купила. Купила, во-первых, я очень люблю свечки. По вечерам зажигаю свечи. И первое, что мне всегда нравится в Икее, это классическая такая свечка. Ваниль. Вкус ванили. И вот эта вот свечечка, вкус ванили. Всегда беру. И она вообще очень вкусно пахнет, прямо вот сейчас идет запах. В общем, вкус ванили, обязательно я беру запах ванили, да. Вот, сейчас свечки очень дорогие, если идти за покупками на Рождество, то там будут скидки. И вот как раз на Рождество, когда вот идет именно скидочки на Новый год, вот это рождественские скидки, я закупаю очень, я покупаю очень много свечей. Так. Для ребенка вот такое вот полотенце, такое вот полотенчика. Сколько оно стоило, Кать? Полотенце? Не помню. Где-то 300 йен стоило, и уже я не помню, в общем. Вот такое вот полотенце. Здесь есть специальная петелька, для чтобы вешать на крючок. Ну, вот такое вот полотенчика. Мне понравилась расцветка. Она такая яркая. Вот. Следующее. Для ребенка взяла вот такую книгу. Тут на японском языке. Будем читать по вечерам. Вот эта вот книга. Стоила 900 йен. Вот такая книжечка. Тут прям так интересно все. И такие яркие рисунки. Вот такая вот книга у меня. Следующее, я взяла, кстати, появилась в Икее новинка, это вот такие вот поливать салат, заправки. Вот, смотрите, одна 800 йен, другая, по-моему, 500 йен. Тут с укропом, тут прямо вот масло такое, вот как специи, там внутри все добавлено. Заливать салаты, опять же, вот. Что за вкус, я не знаю. Между прочим, надо его быстро использовать, здесь есть срок годности, все стоит как надо. Ну, в общем, одним словом, я попробую. Кстати, шла реклама там вот в Икее, прямо где заходишь в эти товары, все продукты продаются. Прямо наверху там телевизор, шла реклама, вот рекламировали вот эти соусы. Так, следующее, что я купила, мне нужно было купить обязательно подушку. Я взяла на этот раз, новинка появилась. Вот она, подушечка. Сейчас открою и покажу вам сразу. Упаковочку достану, все. Вот. Я люблю все такое новое. Так, кстати, вот подушка, новинка. Сейчас я вот
Слушай, Катя, ну она какая-то маленькая, это не сильно тут много всего. Смотри. Кстати, она не такая как бы пушистая, как хотелось. Потому что я люблю подушки. Да, я люблю подушки, чтобы они были такие прям, ну, объемные. Ну, в принципе, вот сейчас я сбила ее. Ну, зато не будет второго подбородка. Вот эта подушка, это новинка. А, это стоило 1400 йен. Но я по карте, конечно, Икея брала. Вот она. Ну, как-то она тут сбилась, но это новинка. Вот, смотрите, подушечка. Вот такая вот. Обязательно беру вот такой шоколад. Подорожал он почему-то. Я не знаю, раньше он был там 99 йен, сейчас уже 100 йен. Или 96 он йен был даже, а сейчас вот по 100 йен. Но по карте Икея тоже есть, ну, как бы скидка. Я беру прям вот, я на сей раз взяла 7 плиток шоколада, вот такого вот. Очень вкусный шоколад, напоминает наш российский шоколад, в общем. И, в принципе, то, что плиточки здесь большие, меня очень устраивает. 100 грамм, здесь 100 грамм, в общем. Вот этот вот шоколад. А вообще есть там 3 вида шоколада. В общем, этот шоколад самый простой. Следующее, вот такой вот шоколад, это 70% натуральный, в общем, как бы шоколад получается. Я взяла в подарок, отдам в подарочек. Следующее, вот такое вот взяла полотенце желтенькое, мне понравился сам цвет, люблю все такое, чтобы было яркое, ну, такое вот прям, вот, 500 йен, такое вот полотенце. Так, быстренько сейчас, потому что у меня камера разряжается. Следующее, я взяла для себя лично набор для простынь, пододеяльник, наволочка. Нет, а здесь наволочка и пододеяльник. Вот именно это новинка, кстати. И мне понравилась расцветка сама, зеленая. Я не знаю, мне нравится в последнее время, вот именно, чтобы была зелень. Я вот это вот взяла, вот смотрите, вот такая вот расцветочка, очень даже классная, вот такая вот, ой, какая-то красота. Стоила она 2000 йен, вот этот вот набор стоил 2000 йен. Вот, все зелененькое такое вот, вот такая вот, вот такой набор. Так, следующая, взяла в Икее лампу. Кстати, смотрите, тоже зеленый цвет лампа. Мне понравилась сам дизайн лампы. Вот, Forza написано, тоже 2000 йен стоило. Вот она, такая зелененькая лампа, видите, вот так вот она вся. Вот так загинается, все как надо. Потом вот здесь вот, она как бы простая, но мне понравилось, что она вот так вот, ее можно как бы везде двигать, и цвет сам понравился. И потом я покажу, когда я сделаю все, я покажу, как она выглядит, эта лампа. Эта лампа была за 2000 йен. Так, следующее, я еще взяла простыни. Мне нравятся вот эти простыни, тоже новинка. Это хлопок, натуральный хлопок, вот новинка. Но она просто беленькая такая, на резиночках, то есть ее вот так вот одеваешь, ну, чтобы она там не ерзала, да, на резиночках так все, углы все стягиваются, и, в принципе, классно. Ну, вот такая вот. Там разные есть размеры, есть за 800 йен, а есть за 700 йен, я за 700 йен взяла. Две вот таких вот, у меня упаковки две, я взяла две, в общем, вот таких вот простыня. На подушку также, на подушку вот такая вот наволочка, тут две наволочки, вот такая маленькая как бы упаковочка, но там тут две наволочки, и она стоила, я уже не помню, сколько она стоила, Кать? Это 700 йен? Ну где-то 700 йен она где-то вот стоила, такое все такое маленькое, миниатюрное, но здесь две наволочки. И за 800 йен я взяла еще вот такую маленькую лампу, но это специально для лампы моей, которую вот сейчас я показала. Вот такую вот.
И все в разброс вам показываю. Конечно, как же без вот этого вот варенья. Это варенье я вообще обожаю. Я постоянно беру, когда еду, несколько банок. На сей раз я взяла две банки вот такого варенья. Вообще, вот это вот варенье, это вообще очень-очень вкусно. Ну вот, в принципе, все, это были мои покупки. Я ничего лишнего не взяла. Все взяла то, что мне вот конкретно надо на вот эти вот, я не знаю, 3 месяца. Потому что поездка у меня еще будет в Икею. Это на Рождество обязательно. Я покажу вам потом рождественскую Икею. Потому что там очень интересно будет. И, в принципе, вот это вот мои сегодня, на сегодня покупки, ну, так скажем, на 3 месяца. Заплатила за все вот это вот я где-то вышла мне $150. Конечно, я не рассчитывала настолько, все-таки рассчитывала чуть-чуть на такую меньшую сумму, но Икея всегда раскручивает. То есть ты приезжаешь, и там всего очень много, и ты покупаешь вроде бы как по мелочам, но получается, что потом при выходе сумма, ну, как бы большая получается. Ну вот, пишите, что вам понравилось, пишите, бываете ли вы в Икее и нравится ли вам Икея, потому что мне безумно нравится Икея. Вот. И следующие покупки, которые я буду планировать, я все вам потом расскажу, потому что все-таки, когда ты едешь в магазин, я так поняла, надо конкретно знать, что тебе надо, чтобы не сделать потом ненужных покупок. Так что вот такие вот у меня были расходы приятные, и которые будут меня радовать вот в этом сезоне. Всем спасибо за внимание. Увидимся в следующем видео. Пишите обязательно, оставляйте комментарии. И всем хорошего дня. Пока!